иностранцы, у него паспорт россиянина, несут. Суть то, что он должен вместе приносить те результаты, которые от него требуются и ожидаются. Вообще тяжело проходят переговоры, то есть вот, с большой легкостью спортсмены принимают предложение прийти в Ну, как правило, приходится вести переговоры с агентами, с менеджерами, менеджерами. Когда как? Ну, конечно, не легко. Вот игра какая? Те гонщики, те там агенты запрашивают большие деньги, а у команды есть совершенно четкие понятия бюджета, совершенно четкие рамки. Ну, новичков много вообще по сравнению с 2015 годом? Будет в 2016. У нас в этом году три неопрофессионала мы взяли. Один клубец, Джонсон Ристрепа, немец, Нилс Полет, чемпион Европы, чемпион Германии в категории 23. Вот. И россиянин Матвей Мамыкин, который в прошлом году бьется в ту же линию. То есть такая считается посмотровая гонка для молодых. И он финишировал, ну, зачетно финишировал на подиуме, выбрал последний этап, красивый, горный этап. Логика у него была, немножко не хотел выиграть всю гонку, очень зачетно. Конечно, достойный результат, и самое главное, это уже достойный, что называется, резон. Как будете накатывать спортсменов на Олимпийские игры? У нас три должно быть человека, да, в Рио, шоссейников. Подготовка к Олимпиаде, она, безусловно, будет проходить через календарь профессиональной команды. У нас обширный календарь, у нас очень много гонок. Вот в этих гонках будет закладываться база. И уже начиная где-то вот в июне, июль месяц, там уже будет проходить точная подготовка к Олимпийским. Во-первых, надо еще понять, кто у нас едет. У нас человек, который пассива может выступить. И будем смотреть, как это делается.